Сказочная Индия. В Петропавловске открылась выставка индийских товаров. Косметика, украшения, одежда. Каждая вещь здесь из натуральных материалов и высшего качества. С культурой этой удивительной страны и ассортиментом ярмарки знакомилась Александра Салмина. Волшебный мир Индии открывает свои двери североказахстанцам. На входе встречают гостей фигурки слонов на разноцветных амулетах. По поверью, они обладают магической силой, притягивают удачу и процветание, а еще оберегают от сглазов. Индия славится своим чаем. Гранулированный, листовой, черный, зеленый. Здесь около 15 видов. Каждый обладает полезными свойствами. Бодрит, нормализует давление, избавляет от простуды и усталости. Ерик Газизов на выставку пришел специально за чаем. И уже не в первый раз. Он очень ароматный, вкусный, необычайный. Ну, посоветовал родственникам, родным. Они тоже решили прийти. А представительницы прекрасной половины здесь не могут оторвать взгляда от стеллажей с ожерельями и серьгами из натуральных камней. Жемчуг речной, бирюза, кораллы, аметист. В ассортименте больше 150 видов камней. Здесь модница даже с самым привередливым вкусом сможет подобрать себе украшения. А они, между прочим, не только красивые, еще и помочь могут. Малахит считается, что он предупреждает человека о всяких опасностях. Сердолик, про него говорят в Индии, рука, носящая сердолик, никогда не обеднеет. Авантюрин – это камень любви. А чтобы быть всегда привлекательной, в помощь косметика из натуральных компонентов. Это шампуни, масла, зубная паста. Беспокоят суставы, не растут волосы. От любой проблемы есть чудодейственное средство, говорят продавцы волшебной индийской лавки. Масло есть для суставной боли, на травах ее чистить. Вот такой там 49 травы. Это для суставов, если коленки, руки, ноги, спина болеют, можете... Ну, капли используют, в течение недели он начинает помогать. От изобилия товаров в буквальном смысле разбегаются глаза. Вещи яркие, блестящие. Впереди жаркое лето, а значит, индийская одежда будет кстати, говорят продавцы. Чистый хлопок и шелк. Сарафаны, футболки, юбки, платки. Тело в таких дышит, а как красиво струится ткань. Здесь много необычных, занимательных приспособлений. К примеру, вот такая бронзовая чаша для медитации. Вот когда этот звук есть, этот звук успокаивает организм. И еще вибрация от этого звука ударяет на точки в организме, и она нормализирует кровообращение. И вот она вообще пользуется для медитации. Мягкие полотенца, яркие наволочки, разные пряности и приправы. Североказахстанцы уже успели оценить ассортимент индийской ярмарки. Глаза разбегаются, хочется взять и то, и другое, и кулончик, и ожерелье, и наборчик. Очень хороший выбор платьев, шарфиков, зонтиков летних, в конце концов, их практически в Петропавловске нет нигде в продаже. Я очень рада, что встретила здесь летние зонтики. Эта выставка уже побывала в Темиртау, Караганде, Кокшетау и Балхаше. В Петропавловске она пробудет до 11 мая. Познакомиться с таинственной культурой Индии и приобрести понравившуюся вещь можно на первом этаже гостиницы «Кызылжар» с 10 до 20 часов. Александра Салмина, Жолдызбек Ермуканов, новости МТРК.